По сложившейся традиции, апрель – это месяц чистоты, благоустройства и озеленения, сообщает телеграм-канал администрации Куйбышевского района. С 1 апреля в городе пройдет ежегодный месячник по благоустройству. Управляющие компании ТСЖ, ТСН и городские службы благоустройства выполнят целый комплекс работ – от вывоза мусора и уборки городских территорий до покраски урн и мафов. Жители приглашают принять участие в месячнике по благоустройству. Инвентарь будет предоставлен. Телеграм-канал промышленного района сообщает, что в проекте «Всей семьей» видна финишная прямая. Последнее задание – сделать доброе дело. Какое – решать вам. Можно покормить бездомную собаку, помочь бабушке донести вещи, развеселить друга или приготовить коллеге кружку кофе. Сделать общую фотографию, выложить фото у себя на странице в ВК с хэштегом «Всей семьей». Уже 4 апреля состоится подведение итогов конкурса. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки разместил в своем телеграм-канале информацию для желающих взять ребенка в семью. В специальных карточках рассказывают, что потребуется для передачи детей на воспитание в замещающие семьи. Для получения более подробной консультации и записи на прием можно обратиться по телефонам, указанным на экране.